Вот такое вот создание персонажа довольно схематичное. Пол, к счастью, всего два. И окраска скафандра. То есть все мы тут такие Тони Старки. Это вот этот хай-тех рюкзачок, который и крафтильня, и склад, и все что угодно. Я так понимаю, железных человеков будет бегать по игре довольно до хрена. А вот так он у меня выглядит. Нет, погодите, у меня оранжевый. Ну, это ролик, видимо, для всех не на движке. Доброго всего времени суток, с вами Texer, добравшийся до Dual Universe. Разрабы прислали мне ключик. И сейчас я постараюсь отойти подальше от этого жуткого места, где все фризит и лагает, потому что там ходят игроки. И они что-то строят, что-то крафтят, и моему компу, который, в принципе, даже на минималку не очень по своей видеокарте тянет, от этого хреново. Именно поэтому такие страшненькие текстурки, и, возможно, что-то где-то фризит. Пожалуйста, возьмите инструменты из диспенсера. Давайте возьмем. Я таки решился добраться до местного музея, невзирая на лаги, потому что тут, ну, игроки просто толпятся, что-то строят, разбрасывают объекты и так далее. Вот, кстати, этот истребитель... Он не такой оригинальной конструкции, он просто сейчас перевернут вверх ногами. На крыльях стоит, лапками кверху. Вот такие тут корабли, их можно строить поблочно, как и в Space Engineer'ах. Маленькие, большие, блин, ну видите, как лагает. Посмотрите, вот вправо вверху, сейчас покажу, вот тут вот. Синенькое — это корабли игроков, которые они тут настроили и набросали. Это пипец. Вот обломки какие-то лежат. Я не знаю, что с этим делали. Но это, видимо, строили игроки и бросили. Хотя нет, тут сфера наверху светится. Это значит не игроковская. Игроки чуть дальше за сферой стоят. Ну, в общем, это пипец, что творится. Надо убираться отсюда как можно дальше. Потому что иначе я тут погрязну в лагах. Ну, блин, вспоминая Марлос первый запуск, то же самое. В общем-то, так, побежал я отсюда. Меня сразу выпихнули в игре после довольно нудной минус 140 обучалки на основной планете. Меня выпихнули на Луну. Вот я сейчас лечу со скоростью 54 км в час на джетпаке над полями обломков. Вы думаете, я могу это собирать? Это все руда. Нет, я не могу это собирать. Да, и оно тормозит все. Потому что все застроено, блин, игроками, закидано камнями, как вы видите. Ой, лютый пипец. Да, графика страшненькая, потому что у меня на минималках. Системные требования у игры довольно кусачие пока, и оптимизации пока не пахнет. Ну, бета, бета-доступ. Хотя игру делают уже 4 года. Тем не менее, я, наверное, попытаюсь, тем более, возможно, скоро получится видеокарту сменить, тогда будет все более-менее хорошо. По крайней мере, игра не очень грузит процессор, сильно грузит память. У меня 16 моих гигов заняты, почти 90%. Но проц занят там, процентов на 60-70, при том, что идет запись. Я надеюсь, что выберусь куда-нибудь в свободное место, вот у Клайма успокоюсь, потому что обещали сейчас рестарт серверов. Итак, что мы, собственно, имеем? Разработчики позиционируют игру как смесь EVE Online, дальше объясню почему, No Man's Sky, Space Engineer'ов и прочего такого подобного, даже замахиваясь на Star Citizen, который, так я понимаю, скоро вообще... с которому скоро лучше вообще не выходить, потому что конкурентов выходило достаточно много. Собственно, что здесь от EVE Online? От EVE Online здесь общий, так сказать, мир. Как бы говорится, что один общий сервер, на самом деле технически это несколько серверов. Кстати, постройку игрока мы пролетаем. Тут несколько серверов, но технически это один мир. Планеты без дозагрузок, планеты огромные. Вот я сейчас чешу 54 км в час. С такой скоростью я буду облетать планету, ну, часов 6. Если вот так всю ее окружить. То есть они гораздо больше, чем в Space Engineer'ах планеты. Строительство кораблей примерно такое, как в Space Engineer'ах. Что же здесь еще от EVE Online? От EVE Online здесь прокачка. То есть, вот тут есть некие таланты. Надо пока апгрейдиться. У меня очков нет. В общем, есть очки. Они капают.
все время, пока находишься в игре. В онлайне, в офлайне, без разницы. Они капают 90 в минуту, они капают. Как накопилось, накапало, соответственно, скилл получил. Скиллов очень много. Скиллов так же много, как в EVE Online. То есть все выучить, это озвереть, сколько надо времени. Далее, что еще тут ивского? Ивского здесь рынок. Рынок, только не ключ не надо. Рынок. Ладно, это закроем. А, вот рынок сзади открылся. Да, волшебный интерфейс. Тут ордера. Видите знакомые кнопочки? Создать ордер на покупку, создать ордер на продажу. Это все, что тут есть, продают игроки. То есть, добираешься до терминала, ставишь ордер на покупку или на продажу. И когда-то там оно купится, продастся и так далее. Ивская система вот один в один. Неписи здесь нет, только игроки. То есть ты можешь собирать вот эти камни и покупать, продавать. Далее, карта, планета. Вот такая некисленная планета. И причем это Луна, это не главная планета, это Луна. Я по ней вот чешу. Почему я по ней чешу? Потому что вот красные — это захваченные клаймы, соты такие. А зелененькие — это не захваченные. И вот точка высадки, куда привозят шаттл с главной планеты, видите, она таким темным пятном охвачена. Причем живописные места вокруг воды тоже захвачены. Мне пофигу, где я приземлюсь. Идем дальше. Вот система. Вот Алиот этот с тремя своими лунами. Я сейчас на Санктуарии, еще есть две луны. Все планеты, ну, Алиот, он огромный, он больше, чем Луна. Луны поменьше. Тадес, Мадиус. Вот это вот обведено, это зона ПВЕ. Тут не ПВП, что все остальное зона ПВП. По всем этим планетам можно летать. Довольно с физикой довольно хорошо. То есть тут есть космические скорости. Как бы. Ну не космические скорости, здесь есть сохранение инерции. То есть разогнался ты в космосе там до скольких километров в секунду. Ты прекрасно. О, здравствуйте, деревья, здравствуйте, зависание. Хотя, может, это просто сервер уже выключили. Ты продолжаешь двигаться со скоростью, даже выключив двигатели. Я думаю, сервер выключили. Орбитального движения нет, планеты не двигаются. Хотя день-ночь есть, возможно, они вращаются, возможно, это просто иллюзия. Теперь немного о том, что может, так сказать, омрачить игру. Во-первых, системные требования. Системные требования, не сказать, что конские, но такие не очень добрые, потому что в рекомендованных у них тут i7 довольно неплохой. Некий AVX инструкция должна быть в процессоре, не знаю, что это такое, 16 гигов оперативки и 1080 видюха. Ну или AMD-шная, аналогичная. То есть даже, ну у меня даже видюха в минималку даже не вписывается, такая там на грани пребывает, чуть ниже, чем надо. То есть пойдет далеко, не у всех, я бы сказал. И оплата. Оплата абонентка. 7 евро в месяц идет сейчас. Может измениться в плюс, может в минус. Черт его знает. Игровой валюты оплачивать пока нельзя. Как в EVE Online. Можно там заработать в игре и оплатить 7 месяцев. Тут пока нельзя. Может быть введут это, может нет. Потому что ну, разработчики пока на эту тему не говорят. Ну, кстати, если надумали купить игру, ссылочка под видео, вам без разницы, а мне приятно. Ну что ж, сервера перезагрузились. И лес лишился листьев. Так, подсказка уйди. Другая подсказка тоже пока уйди. Мне намекают, что мне надо выгрузить на поверхность. А, вот, загрузились. Фу, я уже думал, такая экологическая катастрофа произошла. Что мне нужно выгрузить мой даренный... Мое даренное летало. Так, Restriction Note у меня есть. О! Это хорошо, мне там могу оживать. Вот эти запчасти деталей, это от моей леталки. Так. Часов. Крафтинг. Нет. Наварк спидер. Вот. Чертеж. Так. Квип. Клейм. Куда я его квип? А вот сюда я его квип. Так.
Ну, я его типа поставил. А, я не могу, потому что территория кем-то заклеймлена. Хорошо. Тогда что? Лечу дальше. Так, мне на север. То есть летал я могу поставить только на территорию, где никто ничего не заклеймил. Вот так вот. То есть сначала на своих двоих вот трава кончилась, не отрисовалась. На своих двоих я должен найти место, которое не заклеймлено. А я что, не лечу? Ладно. Не лечу. То есть мне нужно продолжать мчаться вперед. Что еще хорошего тут в игре? Ну, пока больше ничего не обнаружил. Они совершают ту же ошибку, что и в Атласе. То есть, один мир, да, это прекрасно. Но есть нюанс. В Атласе хоть по разным островам старотворец разнесен. Тут весь рез на главной планете, там, в космопорту. И это пипец. Так давайте посмотрим, что тут люди строят. А, люди строят корабль. Такой самолет интересный. И люди строят странную площадку, на которой всякое рычит. А это люди копают яму, я правильно понимаю? Да, это люди копают яму. Ну, может, в не минималистической графике оно работает как-то по-другому. Так, вот так, может, лучше будет. С дополненной реальностью я вижу границы, да, нифига не лучше. Так, но в моем варианте оно вот так выглядит. Ямок накопали-то прилично. А что, у них тут уже прям добыча? Или-то они терраформингом развлекались? Или это просто баги вокселей? Не, терраформингом развлекались, походу. Вот так вот я лечу на своем джетпаке. Кстати, а что у нас там по навыкам? О, никаких навыков нету. Майнинг инвентарь. Терраформер мне... Аватар, что такое? Джетпак спит. Интересно. Давайте джетпак ускорим. Джетпак спит. О, трава выросла, пока я стоял. Ну, да. Не успевает отображаться. Сыро, сыро все. Смотрите, сколько ресурсов. Ресурсов просто пипец. Но собирать не могу, чужой клайм. Увы, ах. Так что летим дальше. Сейчас опять выйду из зоны, где все прогрузилось, и опять начнется лысое поле. Вон оно впереди, лысое. Ну, что поделать. Но глядя вот на все это, потом обещания всяких старситизенов, старбейзов, что у нас там вау будет. Блин, это так тяжело сделать. Чей клайм? Запрещен, запретная территория. На здоровье. Даже как не претендую. Где граница клетки? Долго мне так, я чувствую, лететь, пока я выберусь. Им, чтобы решить вот эти все проблемы, ну, игра с абоненткой, то есть люди будут ее бросать. Я думаю, даже не периодически, довольно часто будут бросать. Надо как-то сгнивание предметов сделать, потому что... То, как все захламлено в космопортах, это пипец. И планетки, конечно, маловаты. Они тут рассчитывают там тысячи людей, даже я помню, была речь о десятках тысяч игроков. Вы представляете, да, десятки тысяч игроков? Вот там, где я всячески лагал и фризил, там игроков толпилось, ну, человек 10, наверное. Там, правда, говнище валялось от всех предков. Ну, это, ну, сотни, наверное, игроков, не больше там побывали. А будут десятки тысяч, пипец. Ну понятно, что их, наверное, разнесут по разным планетам. Смотри, трава больше не пропадает. Их разнесут по разным планетам. Все такое, но даже не знаю. Как это будет? Черт, мне пригодился какой-нибудь десант. Кстати, обратите внимание, зеленая луна. Странно, правда? Там вон еще чья-то постройка. Вон она. Джетпак, конечно, слабоват. Ладно, чешем дальше.
Клайм-юнит надо поставить. Да поставлю. Тут оранжевые — это клайм-юниты. А синие — это кораблики. Черт, где они их собрали, мне вот интересно. А, они, наверное, собрали их в космопорту. Поставили. И оттуда полетели. Я-то оттуда свалил на своих двоих, а они, наверное, ну, испуганные фризами. А они, наверное, там все построили. И улетели. И поэтому я лечу сейчас на джетпаке, а они летели на кораблике. Вот как-то так. Корабль, кстати, неплохой. Я рассматривал его в учебной зоне. Все достаточно по уму сделано. Два блина антигравитаторов, движки, которые толкают его вперед, РСА, эти маневровые, он еще клайм стоит, топливный бак, сидушка, то есть, ну, все так нормально, да, даже освещение есть. Ну, что там, далеко еще, задрали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Ну, семь-то я пролечу. Давайте пока запись остановлю. Так, ну вот попался незаклаймленный район. Так. Ага, на русском хорошо. Ну вот так. Производитель я. Congratulations. You have successfully deployed your speeder blueprint. Now, the next step is to put fuel in the fuel tank. For this, simply open your inventory by pressing the inventory key. Ага, заправить, хорошо. Конструкт. Advanced. Ой, это немножечко пока сложно. Так. Great. Search the content of your inventory and look for the nitron fuel. Double-click on its icon. Locate the fuel tank on the speeder. Ага, и заправим. It's highlighted. Aim at it. And hold the left mouse button until you fill it entirely. Все занимает время. Строительство тоже занимает время. Большое строительство занимает очень много времени. Note also that you can pocket your construct into a massless compacted version, seen as a blueprint in your inventory. This is convenient to transport it between Alioth and the Sanctuary Moon while taking the shuttle. Чем я могу спрятать его в карман снова? You're now ready to go explore. If you want to start piloting the speeder, target the seat and activate it by holding the interaction button to start piloting the speeder. Угу. Поехали. Вот, это атмосферное летало. Вот это RCA. Движки. Ну, может быть, не движки, может, гироскопы. Вот это вот тормоза, воздушные щитки. Блины антигравитационные, это маршевые движки, на концах крыльев топливный бак. Вот это такое некое ядро механизма. Главное, какая-то хреновина. Ну-ка. Нет, все, целиком. Затрудняюсь сказать, что такое, но это вот то Core Unit, вот на нем написано. Ну, ядро, короче, если брать аналогию с империалом, ядро. И поехали. Завелись. Так, надо Link Element Tool, чтобы связать с контроллером. Но у него оружия нету. И эта штука... ну, не наземная, но... невысоко над землей летает, короче. Я продолжаю свой путь на юг. Меня этот один квадратик в окружении упырей не устраивает. Ну, видите, она вот поднимается вверх, но не сильно. Шанс невелик. Ох, я сейчас деревья-то влечу. А, деревья материальные. Фу, отлично. Отлично. Север там. Ну и вот. Я вырвался в свободные зоны. Они пошли свободно. Я чуть отлечу от общей границы. Тут еще попадаются. Посмотрю на карту. Вот я вырвался. И вот сюда вот чуть как-нибудь подальше от всех упырей. А вот тут можно сюда. А я теперь двигаюсь-то быстрее. Можно уклонить сюда вообще в пустыню учесать. В пустыне, наверное, ничего хорошего. Кстати, там и клаймов-то особо нет, мне кажется. А, нет, есть, просвечивают вон они.
Вот тут большое свободное такое место. Тут лес. Народ лес любит, да? Давайте я куда-нибудь вот сюда забурюсь. С Destination. И мне туда. Полетели. Так, все с топливом. На 20 часов. Ох ты, на 8. Ладно, будем считать на 8. Тоже неплохо. Скорость 190 км в час. Здорово. Я не могу еще залететь, он только нос задирает, к сожалению. И я башкой кручу только. 230 км в час. А у нас круиз-контрол на самом деле, только я не знаю, как это задать. Ну, надо будет потом кнопки посмотреть. Так, 15 км, ну, долетим. Опять трава не успевает трясоваться, но это ладно, не страшно. Остановлюсь, трясуется. Так, в эту выключим. Ну, я задал, конечно, далеко, но... Блин, если бы я сразу летел на такой штуке, я бы уже давно на месте был. Так, он, по-моему, за деревьев выше взлетел, да? Так, с альтом можно осматриваться. А без альта? Без альта тоже можно осматриваться. Вот так вот это выглядит. Видите, движки там фигачат. Антигравитационные блины просто поддерживают в парении. Тормоза. Тормоза, не тормоза почему-то, но они не шевелятся. То есть вот это вот, вот эта вот пластина сзади две похожих, это тормоза, но они почему-то меня не тормозят. Ну и ладно, неважно. Ну, то есть они никак не шевелятся в своем торможении. 11 километров. Ну хорошо, лечу. Ну, немножко вот разбирался с управлением, я теперь могу от третьего лица смотреть на себя. Вот так эта штука выглядит. Ай, деревья. Вот так эта штука выглядит в полете. Ну-ка. Не, тормоза... Ну, я назад нажимаю, назад, видимо, не тормоза. 700 метров. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Так. Ну, я прям в центре обоснуюсь. Хотя, черт возьми, в центре, да? В центре холм. На холме? Ну, тоже вариант. На плоском-то оно, конечно, лучше было бы. О, холм-то плоский. Шикарно. Вот на этой черной фигне я обоснуюсь. Так. Так, вылезьте. Первый километр. Там что-то мне написало. Ну что ж, с приехалом. А, вот тут воткнем Climb Unit. Так. А могу собирать ресурс на самом деле только там, где у меня Climb Unit стоят. И у меня что-то, смотрите, у меня еще запасы есть вещей. Здорово. Так, санктуари. Деплой. Территория. Тексариус. Да, name. Ну, естественно, жадные гномы. Deploy. Fantastic. You are now the proud owner of a territory tile on a sanctuary moon. Check it out in the map. This unlocks the possibility for you to mine or to harvest surface minerals within your tile. Go and harvest some materials on the surface to start with. We will then be able to go and sell it to make a bit of money. Так. А настраивать тебя как? Территория, чё? Блин, напиши ты. А, через 15 минут территория заклаймится. Здорово. А я уже могу? Я бы хотел что-то собрать. Да. О! Хрена себе ты там намайнил.
что-то собрал? Она что-то пишет. Тундра. В Harvested Quantity он. Ничего нету. Че, мне надо ждать, пока закламится, что ли? Ничего не понимаю. Терраформить могу? Да. Ямы копать могу. Mine Tool. Больше ничего не могу. Набрать 40 литров surface поверхностного материала. Блин, я что, яму тут что ли должен выкопать-то? Ну ок, давай. Forest soil. Я не набрал. Так, непонятно. Ну ладно, я, наверное, должен дождаться, пока она заклаймится, и только после этого собирать минералы, потому что у меня пока по нулям. Моя территория. Блин, она же моё. Ладно, подожду 12 минут. Так, я разобрался. У меня не тот пулемет был. На двоечке майнинг пулемет, который копает, а вот этот собирательный пулемет. Так, я знаю, что я могу нажать кайт рефайнить, но мне пока рано. Так, ну чего, это начинаю собирать вокруг материалы. И посмотрим, что из этого можно построить. Ну, это, прежде, что такое? Чего это на 400 литров собираю, я пока даже не знаю. Ну, надо расчистить место в любом случае. Чё так долго жужжишь? И? Блин, долго собирал. Видимо, много. 20 литров. А вот этот большой булыжник сколько даст? 20 литров. Ну ладно. Я пока похожу, пособираю. Потом попробуем что-нибудь построить. Обучалка посоветовала мне сгонять на ближайший рынок. Вот он, ямка. Там, откуда я приехал, там не рынок, там аэропорт. Да, ближе никакого рынка. Смотри, какой треугольник классный. Ты не мог кто-то себе под это... Какая-то группа людей захватила, да? Ну, ближайший рынок вон там, в пустыне, у озера. Тут какой-то еще аэропорт. А, не хочу никуда лететь. Жопа с ним, с походом на рынок. Я хочу что-нибудь построить. Мне предлагают, просто слетай. Продай то, что накопал, будут деньги. Знаете, мне нужны не деньги, мне нужно... постройки. Я так чувствую, что я смогу тут что-нибудь построить. Сейчас поглядим, что у нас с крафтом. Ну, сначала нужно переплавить это дело, конечно. Рюкзак умеет плавить. Нанопак этот, он вообще такой. Сильная довольно штука. Так. Он, в него влезает очень много. Вот минералы. У меня, кстати, еще есть движки, блин. Гальванизированная красная сталь, 2 кубометра. Слушайте, прям вот интересно. Элементул. Линк элементул. Это пушки там связывать. Очень много всего. Прям вот, да. Крафтинг. Так. Материалы. Хонный комп материалы. Брик, карбон, фильтр, вуд, стил. Рефайнит материалы. Продукт. Пьюр. Так, ладно. Мне нужно что-то построить. Пилотируемые системы. Ой, ты их елки. Да сколько тут всего-то? Части. Комплекс parts, functional parts. Структурные части. Антиматерчатые капсулы. Ладно. Кейсингс. Кейсингс. Стандарт фреймс. XSM. Что это такое? Рамы. Здорово. Ну, фреймы так фреймы. Структурные части.
А что за Кейсингс? Что это такое? Кейсингс, корыто какое-то. Так, ингредиентов нет, да и ладно. Так. Планетные элементы. Core Unit. Static Core Unit. Базовый строительный блок некоторых конструкций. Да. Ага. А сам ты это не сделаешь, да? А если добавлю? Не хватает материалов. То есть я сам должен задать вот эти материалы. Ок. Базовый компонент. У меня их нету. Алюминиево-железный алой, да. Пюр алюминиум. У меня есть? У меня есть. Давай, пошел. Железо у меня тоже есть. 45, а у меня 80. Короче, собирать еще собирать, господа. Что я могу сказать? Без этого ядра, видимо, как и... все я перепутал. Как они называют стая? Не стейшаниры. Империон. Все забыл. Как в Империоне, без ядра база не строится. Так, я что-то там накрафтил. Ну, первые крафты, они быстрые. 8 кубометров для конструкций. Гальванизированный алюминий. Алюминия у меня хватает, но мне, видимо, нужен как-то бетон. Так, ладно. 45 из 100. 15,65. Они по 45. Ладно. Так, на тебя надо что? На тебя нужно погодить. Нужно одну катушку. На одну катушку нужно... По одной вот этой хреновине. Ну, по одной хреновине я же сделал. Нет? Не понимаю. Да, я тоже это уберу. 45 из 100. А, это не единичка. У меня есть 45 из 100 и 45 из 50. То есть мне еще по одной такое нужно сделать. Боксит надо и... гематит. Ладно. У меня что-то есть бокситы гематит. Давайте искать пристально. Так, ты кто? Кварц. Так, ты кто? Боксит. Боксит вот такой чуть рыжий. Вот ты. Нет, гематит. Ты боксит. Да. Мне нужны желтые, короче, и рыжие. Мы сейчас наберем. На самом деле, надо продолжать просто ходить, все подряд собирать. Бы, наверное. Но очень хочется какого-то действия, что-то построить. Так, кстати, оно уже мое. Территория заклеймлена. Одним квадратиком меньше стало. Разгон турбин такой. Вау. Так, пойдем покрафтим. Что у меня? Я могу скрафтить 3 могу, 65 на 3, 2 могу. Это железо, а эту 1 могу. Так. Ну, пока суд до дела.
Я еще не одну смогу. Я пока пособираю. Я так все дальше ухожу. Офигели. А что делать? Все надо. Я так понимаю, вот эти камушки от меня для начала, а что такое ярко красное? Долго собирает. Лаймстоун, это известняк, по-моему. Так, ты кто? Уголь. Вот это не уголь. Какой-нибудь кварц, кремний, да? Уголь. Странно, он отличается, он не такой. Так. Че, накрафтили? Люминь крафтим, отлично. Хорошо. Дальше. Ну, еще нужно еще алюминия. Могу. Могу, умею, практикую. Так. Мне еще понять, как тут бетон делается. Из которого наверняка строится вот площадка, на которой строят все агрегаты. А уж агрегаты-то могут. О, ну мне какой-то бур еще надо будет. Месторождение, видимо, надо будет. Непонятно, что тут с ресурсами, именно с месторождениями. Но, видимо, можно продавать, покупать. А то я, может, застолбил место, где ни хрена нет. Ну что, снимусь и перелечу на другое место. Чистый гидроген. Так. Крафтим. Так, эту дрянь скрафтили. Базовый компонент — это вот это. А 75 литров мы проволоки это нафигачим. И накрафтим этих микросхем. Отлично. Я думаю, на крафте вот этого блока можно будет и для начала успокоиться. Я еще не разобрался тут, как сканировать руду. Ну, то есть сканер-то есть, а что дальше-то? Ну, наверняка что-то под землей здесь есть. А если даже нету, я вот на поверхности своего шестигранника столько могу набрать. Ну, смотрите, он просто усеян. Тут грех жаловаться. Я по спирали хожу от клайма. Да, это просто камень, да? По спирали хожу вокруг клайма, и у меня ресурс, смотрите, сколько в траве лежит. У-у-у. Собирать. И очень долго собирает. Натрон некий. Натрон. Трансформер каким-то. Мегатрон. Натрон. Новый талант unlocked. Хорошо. Я надеюсь, кварц куда-то годен. Но годнее всего, скорее всего, алюминий. А, большие камушки встречаются. Заодно освобождаю территорию от ресурсов. Ну, мне жалко будет базу строить на ресурсах, да? Вот, освобождаю. Ну, что там у нас? Чуть-чуть осталось. 16 секунд, давайте подождем. 2 минуты микросхема крафтится. Но из этого алоя тут получается 75 литров, а надо всего 10. То есть у меня останется. Я что-то еще могу крафтить. Смогу скрафтить. Так, пошел. Так. Далее. Это я скрафчу. Basic Power System. Из этого и Basic Connector 4 штуки. Могу. Правда, мне кажется, после этого алоев не останется. 6 литров останется. А, добавить крафт. Во, вот так вот. Ну, нормально, что на 10 минут нафигачил уже. Так. Ну, давайте стандарт фрейм. Силу мин 2 литра. Из алюминия и силикона. Силикона... У нас 4, наверное, да? Фигач. Так, 260, да, уйдет. Алюминий.
Че по алюминию? Даже не два. Пойду пособираю. Уран. Или малахит. Хром. Хромит рок. Боксит. Ты кто? Да ничего. Это просто камень. Интересно, по кругу хожу, блин. Тут бы траву выкосить, чтобы видно было, где что лежит. То собираю, не знаю что, не знаю куда. Вообще местные постройки сильно пахнут этим Satisfactory. Вредно столько ездить, блин, ум за разум зашел. Это я не собрал или это отреспилось? Не, ну оно не могло отреспиться, я думаю, тут просто равномерно засыпана территория. Для бедных нубов, которые сюда прилетели. И вот когда ты слышишь, что Тигран не качистишь, ты сможешь добывать из-под земли чего-то. А под землей у тебя ничего не будет, ха-ха. А у соседа будет нефть. Ну, как-то так. Ну, давайте еще посмотрим, что я еще могу. Так, 165 из 65, ну, 2-то могу. 130, да. Давай, люминь. Там basic коннектор пошел. 90 литров алюминия. Угу. 90 литров алюминия. А надо 100. А есть 35. Черт. Непонятно, ну ладно. Тебе что не хватает? Basic коннекторов, это не страшно. Литров, это оно же вот это изведет, да? Вот это. 4 штуки. А, и четвертый по счету. Да. Такое уже задано. Ну ладно, что, пусть фигачит. А я пока еще пособираю. Медитативное занятие, на самом деле. Люблю такое. Ходишь, собираешь, крафтишь. Что еще надо? А, надо в Урму еще сходить. Ну, представляете, сколько нужно времени, чтобы крафтить что-то серьезное, если я вот просто... У меня всякие плавки, всякая мелочевка стартовая столько времени занимает. Надо трон. Кстати, не такой большой у меня клайм, смотрите. Я уже далеко не в центр ушел. Вон, я уже сеточку вижу со всех сторон. Блин, забор. Давят заборы, давят. Ладно, пропустим. Крафт идет во всей красе. У меня уже тут чего только нету. Малахит, блин, чего только нет, действительно. И также у меня копятся газы. Такие вот в виде шаров. У меня копятся газы, водород и кислород. Мне их некуда деть. Потому что, ну, просто некуда. Нет никаких емкостей. Надо строить базу, пока у меня вот это вот не заполнилось. Поэтому я пока ничего не буду собирать, я реально буду строить базу. Я руды надрал целую гору. Мне столько не надо. Устроюсь тут, моя территория. И у нас тут крафт идет вовсю, как видите. И после того, как я вот это все открафчу... Тут что-то не хватает. А, ну сил именно не хватает, естественно. Как только я все это открафчу, я смогу запустить крафт уже вот этого вот ядра. А давайте я его прям туда и добавлю. Ядро. Тын. Оно строится 2 минуты. Я от всей души надеюсь, что это именно ядро базы. Помимо этого, в инвентаре, я так понимаю, вот это вот. Это у меня материалы, из которых можно строить базу. 8 кубометров, 2 кубометра. Я вот только не пойму, как мне это поставить куда-то. Эквип. Да, да. И чё? Эквип-то он не эквип. Ну, то есть он есть. Да? Да.
Вот что написано. Хитпоинты. То есть это именно материал, просто вот пластина, скажем. Ой, кубик так просто, да? Impact Hit Talents — это то, что у него задействовано. Опа, а она в рефайнере делается. Интересно. То есть я не в руках могу это делать, да? Специфической индустрии нужно. Так, вопрос. А из чего я могу крафтить? Мне что-то надо, какие-то стены, что-то. И вообще, 8 кубов, 2 куба. А, то есть, у меня сколько-то ее есть. То есть, я могу поставить, да? А как? Воксельту. Вот. Equip, inspect, stack. Куда stack? Climb item. В смысле climb? Unclimb. Equip. Не equip. Deploy voxel tool. Это harvest tool. То есть мне нужно voxel tool какой-то заполучить, да? Это уже лучше. Так. Deploy Construct. Этот есть. Deploy Voxel надо. Smooth Voxel. Flatten, Mine, Scanner. Deploy Element. Элементов нету. Хотя, может быть, элемент это... А... Select, Replace. Вот, Deploy. А, онлайн. Я пока вместо чинилки поставлю. А как бард сменить? Но все равно это меняется. Да. В общем, надо изучать вопрос. Чего не хватает? Ага. Сгинь пока. Сгинь, говорю. Во, сгинул. Поликарбонат нужен. Поликарбонат у меня есть. Давай, фигач. Это у меня есть. Долго. Долго. Так, теперь это у меня будешь. Ну так. Сколько я там уже наснимал-то? Так, что-то тут с воксерами не то, да? Controls. Аватар. Jetpack. Крафтинг, маркет. Это все управление. Пилотинг контрол. Ну, это пилотинг контрол. Navigation. Tools. Экипировать, не экипировать. Ладно. А почему набор только для собирания тут? Build mode. Крути. Как build mode перейти? B. Ага, хорошо. B не B. Непонятно. Это ставить юнит. Заправлять. То есть они все такие вот ручные. Мне это не нравится. Как заправлять топливо? Да я знаю, как заправлять топливо. Вы мне расскажите, как строить. Я вот так сходу не могу понять, как. А как-то оно должно работать. То есть я бы тут уже начал площадку себе заготавливать. Слушайте, я вот тут ходил. Ресурсы респятся по ходу. На таком расстоянии я точно проходил. Вот так вот близко. Хотя, черт его знает, могу ошибаться. Вот здесь под самым бы он тут отреспился, вот под самыми ногами. Да-да-да, та черт его знает. Так, проблема.
меня как-то с Harvest Tool... А, ну Harvest Tool вот это. Mine Tool, да. Сканер. А чё, пита? Это я дырку прокопал, да? Непонятно. А вот такой сканер. Не успел хин прочитать. Ну ладно. Непонятно. Ну, это фонарик, понятно. Ладно, когда-нибудь, когда-нибудь оно мне поможет, да? Building Tool, вот. Использовать Voxel Tool. Так, Е. Хорошо, посмотрим. Чёрта с два, а не Е. Что по крафту? А, ну, наконец, эта штука крафтится. Ядро. Ну, в общем, что ж, господа, давайте на этом закончим, а то у меня уже немножко ум за разум заходит от всего этого. Я на досуге посмотрю, как тут строить. И на том и продолжим. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.